В результате конфликта со стрельбой в одном из баров Одессы в ночь на пятницу 3 человека получили ранения. Один из них позже скончался от сильной потери крови. Об этом сообщил руководитель Центра общественных связей управления МВД Украины в Одесской области Виктор Шаблиенко. Между двумя группами возник скандал. Началось выяснение отношений. Позже одной из сторон было применено оружие. По данному факту открыто сразу же 2 уголовных производства – хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение.